Новые зараженные глюч-вирусом боссы. Пико. Ой. Боже. Булечки. Булечки. Фигулечки. Ну куда? Боже. Нет. Боже, он... О, боже. А где мои... Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Вышло очередное обновление на Friday Night Funkin' мод Phoebe Corruption мод, он зараженный, кто не знает. В общем, добавили каких-то новых боссов. Давайте глянем, кто здесь есть. Так, то, ох, ничего себе. Серьезно, Пико? Давайте глянем, зараженный Пико. Прикольно. Новые зараженные глюч-вирусом боссы. О, Пико. Ой. Боже. Булечки. Булечки. Фигулечки. Я к этому не был готов. Все сразу пульки полетят. Ладно, давай попробуем. Так, это, наверное, зараженные стрелки, их нельзя нажимать, да? Боже! Что? Даже одну стрелку нажмешь — сразу смерть. Прикинь, я нечаянно нажал на одну стрелку и сразу смерть. Ладно, третья попытка, ребят, попробую. Если нет, то бота подключаем. Подрубаем читы. Боже, вот эта песенка. Так, окей. Минута сорок. О, боже. Тут я давно не играл в правильные фанки. Вот это он жесткий. Минута двадцать. Жесть. Да боже, господи, да одну пропусти, вы издеваетесь, что ли? Какая же жесть, ладно. Бота включаю. Или инстакил можешь сделать? Я не знаю даже. Ладно, бота включу, пусть бот отыграет за нас. Ой, жесть. 3, 2, 1. Так, ладно. Ух, как обидно, уже почти все прошло. Что за песня? Сумасшедшая какая-то. Вы же это я все проходил, прикинь. Минута 30. Я до отсюда дошел или дальше? Не, по-моему, да, я до отсюда не доходил уже. Минута остается, смотри. Есть какая-то жесткая? Пико, пипец. Все хорошо, что стрелки не быстро летят. Скорость медленная. Ух, 20 секунд. Песня странная вообще. Музыка вроде классная, но поют они что-то как-то ужасно.
все, тут самый тяжелый отрезок был. В принципе, проходимая песня. Ну ладно, отлично, пошли. Бен Тена мы уже с вами видели. Но... О, вот этого не было, по-моему, да? Это кто? Брах. Брух. Брах, брух. Что за песня? О, Рон? Очуметь. Так, ладно, давайте переведем. Тебе нужно быть крутым. Бэп. Амогус. Бопус. Сас. Бип. Рэп. Вот этот диалог у них. Рон суров. Рону нужно быть суровым. И это классный способ. Окей, ладно, Рон. Рон. О, боже. А где мои... А, вон они с той стороны. О боже, вообще зависла игра. Вылетела, боже. В общем, Рон не работает, ребят. Пропускаем его. Я не знаю, что с ним. Видимо, недоработка, мода. А может быть, надо... Блин, не знаю даже. Ну, короче, он не работает. Так, Хэнка видели? Хаги, Ваги видели? Ликс мы видели. Рилли Глич. О! Есть такой, еще есть Микки. Олюс. Смотри, вот такого Микки мы не видели. Сайт. Маус Пиби. Это другой уже Микки Маус зараженный. О боже, опять стрелки меняются местами. Ну нет, ну пожалуйста. Так, о боже, так, а, вот, мои там же, слева. Так, хорошо. Ух, какая жесть. Да куда? Боже, нет. Не надо. Да господи, да, мы уже видели такой мод, где стрелки вот так разъезжаются по всему экрану. Это бесит, реально. Ой-ой-ой, теперь вообще непонятно, кто где. Ладно, я буду просто тыкать. Так, где низ? А, вон низ. Ух, так. Вверх с низом поменялся. А, лево-справа поменялось. О, я просто спамлю, ребят. Это жуть. Так, дальше что, минута? Боже! Так, окей. Возвращается на место. Ой, ну отлично. О, песня Микки Мауса. Боже. Фига спам. О май гад, одну песню мне все-таки удалось пройти. Вот жуть. Так, Амогус. Амогуса мы проходили вроде бы, да? Боже, ну хочется мне все-таки... Все-таки хочется попробовать Рона. Может на другой... А, нет, смотри, я не могу выбирать. Хэнка мы точно видели. Вот ставим лирик. А вот это я не помню, что это такое, ребят. А что за лирик? Давай лирикс посмотрим. Я не помню, просто был такой. А, да, Флинстоун был. Тут сейчас тоже стрелочки меняют. А, они просто пляшут туда-сюда. Да, это мы проходили. Флинстоун у нас был уже.
О боже. Так. Я даже на сложном проходил его. Странный вообще мод. О боже! Фига там стрелок! О, они теперь полупрозрачные стали. Но на месте стоят зато. Я же нажимаю. Что происходит? А, и опять плясать давай. Окей. Ну это изи, это изи. Это песня изи, ладно, мы прошли. Блин, ну что же с Роном делать? Давай попробуем через фриплей попробовать сыграть за Рона. Ибик из Hero Time. Вот он, брах. Crazy Bug. А это что за Crazy Bug? А, это этот. Все, я понял. Паги-ваги, Lost Time мы сыграли. Это мы... Суснаф. Подожди. Суснаф, вот такого мы не видели же вроде, или видели? Суснаф. А, да. Да, этот мы видели. Боже! Боже, смотрите, как на чём происходит. Рэпчик, чувак, это рэпчик. Да, чувак. Боже, что это за песня? Но мне нравится, что здесь вообще ничего не надо нажимать. О май гад, бо. Так, ладно, пошли все-таки попробуем урона еще. Так, урона не меняется. Блин, обидно. Ладно, давай попробуем. Попробуем. Боже, где мои там стрелки? О. Не, вот на этом моменте, смотри, зависает и все, и игра вылетает. В общем, ладно, тогда на этом мы закончим, ребята. Вот такое вот небольшое обновление на зараженный мод Пиби. С вами был Максим, Funny Games TV. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.